Сейчас мы посмотрим, как выглядит самый странный лежащий полицейский апатитов нового сезона. Глядите, вот достаточно большая высота по искусственной неровности. И сразу за ним вот такие вот следы приземления. Асфальт покрыт царапинами. Судя по всему, это защита двигателей автомобилей, которые взлетают на этом лежачем полицейском и приземляются уже вот здесь.